Всем привет! Привет, кто зашел сегодня ко мне на канал? В гостях у Павловны. Давно не делала я салатик такой. Решила вспомнить, как говорится. А рецепт мне дала моя соседка, бывшая по квартире, где мы раньше жили, Любовь Владимировна. Салат будет называться говорящий. Это говорит сам за себя, что салатик вкусный, простой. Что для этого я взяла? У меня здесь есть 200 грамм колбаски, 4 яйца, кукуруза. И взяла взяла чипсы, ну, со вкусом крабов. Пока они еще у нас, как говорится, недолго открытые лежат. А то бывает, что чипсы откроешь, и потом они моментом портятся, если вовремя не съешь их. Вот и сегодня буду делать такой салатик, чтобы было вкусно, просто, как всегда, ничего особенного нет. Ну и заправлять майонезом, конечно, буду. Для начала я колбаску порежу соломкой, яйцо очищу, кукуруза у меня открыта, все смешаю, яйцо порежу тоже. Все очень просто. Для удобства яйцо режу вот на такой рез, овощерезке. Мне нравится. Но сейчас буду колбаску нарезать. Все основные ингредиенты порезала, добавила. И сейчас главный ингредиент. Это, как я уже сказала, чипсы. Но я хочу заострить внимание, что именно с крабовым вкусом. Сейчас я их вот так все изогну, маленько пошумлю и в салат. Добавила майонез, и при перемешивании салат как будто бы начинает говорить. Это реакция майонеза и крабовых чипсов. Если чипсы выбраны правильно, то этот шепот можно услышать. Говорящий салат может еще и потому что когда кушаешь, и хруст, слышен хруст этих самых чипсов. Так что вот такой у меня салатик. Как всегда, простой. Ничего замысловатого. Очень вкусный салат. Всем приятного аппетита!